Да, привет-привет всем. Снова приехали играть. Смотрите, какой автоматик прикольный. Бокси Бу лежит зелененький. Тут еще какой-то радужный. Короче, игрушки прикольные. Там он еще. Непонятно, кто, думаем, клещ. Опа. Почти. Давай еще. Иди играй. Иди, куда убежала? Опять заставлять приходится дочь, чтобы играла. Заставляем, чтобы играла, а? Ты посмотри. Ох, прикольно, у него вон звездочка золотая на пузяке. Так у всех. Да, не, не у всех. У них разные, по-моему, на пузяках. У всех. Вот это ты его откинула. Там он еще клоун, этот, как его, луна. Ого. Кто-то квадратный там. Так, крути клешню. И бум. Прикольно. Смотрите, какой Бокси Бу. Кто знает Бокси Бу, пишите в комментариях. Я пишу. Давай. Ты, откинь. Мама. Откинь. О, давай, радужного, тоже прикольно. Ты какой-то мишка-единорожка. Это котик. Или котик, или мишка. Надо чуть пораньше, о, доча. Дай-ка это? Мама сыграет. Давай, мама. Нога, ноги чьи-то. Ноги чьи-то. Кроссовки. Сейчас достанем этого радужного, потом достанем клоуна, потом клеща. Короче, сейчас все подостаем, тут все самое прикольное. Оставим душманчик один, да и все, да? Там он еще, этот унитаз он есть. Ну, нам не очень нравятся унитазы. Ой, почти. Почти. Не, он прикольный. Надо додергивать его. Тут еще кто-то голубой лежит. Да, там еще кто-то есть. Чик. Ну, ничего, сейчас достанешь, смотри, он уже рядышком. Ну давай, что ты домучаешь? Он, смотри, клешня хорошо стала. Давай. О, так котик. Это лошадка. Это не котик, это лошадка. Есть девушки еще? О, 20 попытосов, ребята, 20 попыток. Ну что, что? Надо снять прикольный ролик. О, 20 попыток. Ну, по-любому должно хватить все достать. Ну подожди, дай лошадку достать, тут лошадка единорожка. Так, я понял. Покрутим клешню. Так, все, теперь можно доставать. Сейчас по-любому наш будет. Я же говорю, лайфхак работает. Крути клешню, кто не видел, шотс есть на этот лайфхак. Смотрите, прикольный какой. Сейчас фокусим его. Оп. Блестящий такой, прикольный. Держи. А можно я посмотрю, что это голубой вон там? Мне просто интересно. А там квадрат какой-то. Нет, там ерунда, дач. Давай, он доставай. Ну это, наверное, не клещ все-таки, это может гусеница какая-то. Хотя расцветка такая, как клеща. А у клещей такая расцветка? Ну я думаю, да. Давай, мам, ты. Может клоуна или клеща? Папа, вообще-то клеща не черный. Будем называть его клещ. А когда достанем, посмотрим, может это динозавр какой-то. Кстати, да, это может быть динозавр. Ты в клоуна? Клоун тоже прикольный, но на его кстати, пока. Кстати, да, я не видела его. Тяжело пока достать его, да. Клеша можно достать. А там если ты попасть в него, хорошо. Ну, он так лежит не тоже. Клеша, о, ну, так, а я? Крутить клешню сделать? Сделать лайфхак, крути клешню. Все, теперь можно доставать его. Должно сработать. Эх, я не попал просто, поэтому не сработало. Давайте попробуем тогда клоуна. Попробуем как-нибудь клоуна. Ну, чуть-чуть его. Давай ты, дач. Попробуй-ка ты поиграй. Попробуй. Нам надо или то. Не, это ты далеко, мне кажется, уже так урежешься. Давай вот так попробуй. Сдвинула. Так поиграй еще чего-то. А я? Потом мама. Так? Ну, наверное.
О, двигается. А, так он с крыльями, это не клещ. А кто это? Это, скорее всего, из мультика, это, про драконов. Там, где этот, без зубик. Нет. Мне кажется, да. Давай, мам, ты. Я думаю, что я его сейчас вон туда, вот туда откину. Ты его хоть куда-нибудь откинь, а там мы уже достанем. Ну, давай. О, да, стопудово с мультика драконы. Я его не вижу. Стопудово. Там, где этот, без зубик. Он прикольный. Вообще классно. Так, 7 попыточек осталось. Беда. Я его не вижу. Сейчас мама его выиграет, и ты посмотришь. Он прикольный, зубатый. Смотрите, он какой смешный. Так, делаем крутик-вершину. Так, а теперь огонь. Да блин. Оранжевый мешает нам. Сделаем вот так. Вот. Так это крокодил какой-то. Да я тебе говорю, это с мультика про драконов. Да нет. Я, как приручить дракона, что-то такое. Все, сейчас достаем его. И уходим. Что-то красивое. Смотрите, какой смешной. Сейчас покажу. Смотри. Смотрите, какая бардаха. Пап, так там еще эта собака прикольная. Прикольная. Там еще собака прикольная. Лежит. Где собака? Вон, какая? Видишь, там какой-то чудик лежит коричневый. А, так это да, афроамериканец. Вот как туалет. Мы его называем? Скибиди-туалет. Скибиди-туалет? Да. А он нам надо? Да. Зачем? Я кое-кому не подарю. Ты кому-то хочешь подарить унитаз? Одному челику нравится. Челику? Ну, друг твой? Нет. Ну, челику нравится? Ну, одному человеку нравится. Да, давайте докинем монетку, мама сыграет. Еще пару попытосиков дадим, чтобы унитаз достать. Горшочек. Голубой мешает. Там тоже дракон. Вон дракон. А нет, бегемот какой-то. Ой, как отсюда отсвечивает. Ты в клоуна? Оттуда отсвечивает. Перейду назад сюда. Что из кибеди ничего не достается? О! Оп! Эй-яй-яй-яй-яй. А я уже хотела подарить. Ничего, мы маме подарим еще пару попыточек. Я уже думал, все наш. Ну все. О, хорошо лежит. Давай я тебе докину. И ты его додергаешь. Зовут его Матвей. Ну и подарю. Он любит их. Он любит их. Давайте я, смотрите. Короче, клешню делаем. Кто не знает, как играть. Сейчас я научу побыстрее. Ой, как-то она неудобно стала. Надо ее перевернуть. Вот. Да, она не переворачивается. Ладно, и так прокатит, смотрите. Чик. Эх, почти. И встал. Так, так, надо перевернуть клешню. Наверное, как-то так. И потом бар. И ничего. Все уже. Его уже не достать. Я его так положил, что и не достанем сейчас. Сейчас на последней попытке его туда бум. Мы еще будем играть. А у тебя денежка есть? Я чего-то не знаю. Не, у тебя-то денежка есть, но ты ее брала? Да. Блин, на, ты посмотри. Хочу подарить, хочу подарить. Давайте еще закинем. Доча хочет двоюродному брату, как я понял, подарить. Да. А значит, надо доставать. Я хочу по нему подарить, он любит их. Да ё-моё, ты посмотри, а. Давай выиграй, я хочу подарить. Но, сейчас что-нибудь придумаем. Так я хочу ему ещё одного. Эй, косяк. Я ему хочу в коллекцию добавить еще одного. Давайте еще закинем, ладно. Я попробую. Давай, попробуй ты. А то я руки набила в себе вчера. Давай, пробуй. Не то, что... Ну мы уже прикольные игрушки выиграли. Да что целая рука. Голубой помешает. Хочешь, мама, попробовать выиграть?
Надо как-то вот так, наверное. Все, можно так вот на мамке. Докидывай. Добивайте две попытки и пойдем на другой автомат. На какой? На вон тот. Вот на вон тот. Пойдем на тот автомат. А, он уже так лег. Попробуй, может, клоуна, может, последний раз. Не? Добьешь скибиди. Домучаешь. Пошли. У нас вроде пару монеток осталось. В любимый дочин автомат. Сейчас. Что ты тут выигрываешь? Черное что-то? Да. Не, не прикольно, он есть прикольный. Там он зеленый какой-то чучундр был с красными глазами. Вроде как прикольно. Нет, я бабочку хочу. Дай. Сейчас, сейчас, сейчас. О, вот этот прикольный. Зеленый, мне кажется. Нет. Ну давай. Ой, где фокус наш? О. Ой, как близко. Что, выиграешь что-нибудь? Я хочу в черного. Опа. Чинь. Я не захотела. Доча по-быстрому. Доча по-быстрому выиграла маску из игры в кальмара. Сейчас покусим. Это круг? Не фокусится. Сейчас. Я куда? Он не фокусится. Ну, давай. Короче, я думаю, вы видите. О, вот такую вот маску выиграла. Из игры в кальмара. Держи. Давай, попробуй. Сейчас выиграем. Не, проехал. Обманулся. Так еще попытка. Извиняюсь. Ну, давай. Кисимиса. Сейчас собака прикольно лежит. Только она лежит, а не сидит. Не, проезжает. Что, пойдем на улицу еще? Да. Ну пошли, ладно. Погодка хорошая, игрушек много. Буква. Не, буква нам не надо. Я тут видел. Дракон. Да, дракон золотой. Вот этот сейчас как-нибудь он. Вон он лежит, золотой. Но у нас не густо монет. У нас очень мало попытосов. На-ка, мама, достань тут. Попыток 5 будет, наверное. Мне вот это нравится. 6 даже, наверное. Ну, прикольно. Держи монетки. Заряжай. Может, мы его и дернем. Я думала, ты опять прищепки припутывал. Ну, ничего себе, да. Но он так и классненький. Давай его в лузу туда закидывай, и все. Ну. Сейчас закину. Он, смотрите, прикольный какой усатый. Закинь монетку и просто, наверное, врежься в лузу, он упадет. А, стой, дай-ка я попробую кое-что. Не. На, тогда врезайся, может. Бум. Я же говорю. Да, ты же выиграл. Смотрите, какой крутой. Золотой такой. Китайский дракошка. Давайте доиграем. Так а что, тут больше нету ничего. Ну давай. Давай букву. Да не надо. Хотели, пошли, еще хватит. Хорош, наверное, уж в другой раз. Давай прощаться. Всем пока-пока. Заходите на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч, ребята. Подписывайтесь, а мы будем играть дальше. Пока-пока.